care. I was having too much fun driving it. Так, всем привет. Сегодня мы тестируем автомобиль. Что, Алекс? Привет. Тебе нравится машинка? Да. Да. Вот мой муж сидит. Бери руки. К нему бивнец. Без рук автомобиль. Короче, сам собой управляет автомобиль. What's up, Alex? Okay, hold my hand. Switch lanes for me? Это, короче, no, машина называется... Honda Clarity. И она наполовину электрическая, наполовину... Как это называется? Наполовину электрическая, наполовину... Ну, на бензине, короче говоря. Что, Алик? Что, сыночек? Вот, мы едем. Почему мы смотрим на машины? Это для того, чтобы... У нас очень старая машина, на которой он ездит. А другая у нас грузовик. И она очень много бензина жрет. Поэтому нам нужна другая. Но мы... Посмотрели, нам по бензину расхода, на который мы рассчитываем, только подходит гибридная машина. Вот. Я особенно в автомобилях ничего не знаю, папа это у нас автомобильщик. Вот. Но, конечно, эта Honda это просто нечто. Мне дизайн, конечно, не очень нравится. Вот, например, вот эта вот замша, вот эта, которая впереди. В интерьере мне не нравится, потому что с маленьким ребенком тут замша тоже, с маленьким ребенком то этой замши конец придет через год, а то и быстрее, поэтому особо мне это не нравится, но в принципе можно заказать другую, если захочется покупать. Интерьер, конечно, тут суперский, ничего не скажешь. Мы уже много автомобилей посмотрели. Вот это нам больше всего понравилось. Мы, конечно, еще хотим Линкольн посмотреть, и мы смотрели Chevrolet Bolt, это совсем электрический автомобиль. Я, конечно, в ней не ездила, потому что мой муж сам поехал без меня тестировать. Вот. Great in town, the mileage goes up. В городе этот автомобиль использует, врать не буду, я не знаю, сейчас показывает 40 миль. На галлон. Но сейчас, конечно, это повысится. You want juice? Yeah. Ну, Алекс, мы джус немножко попозже. Сейчас мы приедем и возьмем тебе джуса, окей? Yeah. Подождать немножко надо, сынок. Ну вот. Короче, автомобиль суперский. Очень-очень тихий. И очень экономичный. Ты милк хочешь? Как он включается? Вон кнопочка для включения, без ключ, в принципе, может быть, в кармане. У меня, кстати, была сумочка. What? Find out where there's a Lincoln dealership. Yeah, I will. И вот такие вот кнопочки. Drive, rear, park, neutral. Короче, даже не надо... Да, сыночек, хорошо. О, Маш, смотри, машинка. Машинка. Окей. Okay. Now you want it? Okay. So, put it in there. Короче, машинка супер. Ладно, снимать неудобно. Сынок мой очень раздраженный сегодня, поэтому... Ладно, вот показала, как смогла. А вот этот зарядка валяется... Алекс, подожди секунду, а? Это для электрической части автомобиля. Еще раз говорю, я в автомобиле в этом вообще не соображаю, да и вообще в любых автомобилях. Вон розетка. Сейчас, сыночек. Что еще тут есть? Карманчик есть. Я, конечно, у меня Honda была, я Хондочки обожаю. Интерьер, конечно, тут красивый, но непрактичный, мне кажется, вот эта вот замша, это отстой полный. Ну, может, кому-то нравится. Мне нравится, но непрактично, еще раз говорю. О, вон впереди нас стоит Cadillac Escalade. Такое видео про автомобиль получилось. Что, сыночек, что, дорогой? Вон, Chevrolet. Конечно, по
Да, Алекс, это доги. Конечно, по комфортности, так скажем, когда на трассе и вообще в городе едет этот автомобиль, она немножко жестковатая. Ну, Honda, они обычно жестковатые. У меня, я еще раз говорю, у меня была раньше Honda. Вот, и она жестковато оказалась. Вот. А Orange Nobles. А по комфортности, ну, мне нравится, очень такая внутри хороший автомобиль. Все, кожаный. If the trimmed one down, has that steering assist and all that, it'd be perfectly fine. Okay. You're okay. Yes, just a second, honey. We'll be right there. Так, ладно, все, сынок мой уже раздражается. Надо заканчивать видео. Тут бумажка. Так, бумажка. Сейчас покажу ценник этого автомобиля. 37 490 долларов. Сохраняет денег на бензине 3 500 долларов. 42 галлона. Ой, 42 мили на галлон. Это я пытаюсь переводить немножко. Ну и там все функции, которые включены в этот автомобиль. Бумажечка такая. А мы вообще без инструктора, без человека, который продавец автомобилей. Без него едем. Мы просто бумажки подписали, права показали и поехали сами. Нам было интересно посмотреть, сколько она. Just kind of distracting if you keep it within this range when you get going. Keeps it in EV, that fuel mileage just is unlimited that way. Ну, что я хочу сказать, машинка супер. Да, мы едем без человека, который продает эти автомобили. Я уже сказала, что перед нами Malibu, Chevrolet Malibu. А, вот еще покажу сейчас. Тут небольшое окошко в... забывала. Окошко в багажник. Видно, что в багажнике находится. Что, сынок, что? Скажи всем пока-пока. Скажи пока-пока. Пока-пока.